Всем привет, ребята! Сегодня у нас распаковка Елис. Вы, наверное, уже слышали про таких паучков. Это такие маленькие интерактивные паучки. Чем громче ты кричишь, тем быстрее они бегают. Сейчас будем открывать, кричать, веселиться и всячески шуметь. Подписывайся на наш канал, ставь лайки. И напишите в комментариях, какой из этих Елис вам нравится больше. Розовый мне нравится. Так, мы начинаем с Туфи Спудер. У каждого Елис есть свое имя и свои способности. Будем смотреть, кто что умеет. Всего их 6 штучек. У нас, к сожалению, только их 4. Но начнем хотя бы с них. Так, и мы начинаем открывать Туфи. Туфи на свободе. Вот такой паучок. Прикольные лапки. Он такой шероховатый. Приходите к нам в гости, если хотите в Туфи поиграть. Да, Яночка разрешит там поиграть со своими паучками. Смотрите, какие у него зубки, какие у него глазки и реснички. Это, наверное, девчонка, да? У них есть, у них вообще-то у всех есть реснички. Ага. Вот. Нет, вот у Феи это, этого нету. Вот это, похоже, тоже девочка. Так, ну давай сначала всех откроем, потом начнем на них орать. Дальше мы будем открывать желтенького. Это Пикс. Желтенький такой паучок. Миленький Пикс на свободе. И он присоединяется к Туфи. Ребята, а я пока... Так, следующий у нас Флаффер Пуф. Там у нас Диана уже вовсю играется. Скоро ты будешь на свободе. Еще один готов. Такой вот у него цвет красивый. Голубые лапки с черными полосочками. Глазки какие. А у него сколько? У него целых 6 глаз. Он уже ближе к настоящему паучку. А у него 4 глаза. 2 глаза. Как у нас. Так, вот и последний наш Харрис Коутс идет в бой. Гарри присоединяется к нам, и мы начинаем. Не так, Корж. На пол для того, чтобы наши паучки смогли спокойно побегать. Сейчас мы вам показали, как они себя ведут, если на них очень-очень громко орать. Теперь мы хотим посмотреть, что с ними будет, если им пошептать очень-очень тихо. Если тихо. Туда! Если тихо-тихо прошептать им, Елис, то он начинает по кругу кружиться. Вот так вот. Елис. Так,
Так, каждый из этих паучков умеет делать что-то особенное, у него какое-то свое особенное движение. Сейчас мы их включим, для того, чтобы они показали свое движение, нужно просто помолчать. То есть мы посмотрели, как они ведут себя, когда очень-очень громко. Посмотрим, как, если будет тихо. Ну, давайте, Анна. Вот этот умеет крутиться. Да, у нас розовенький крутится просто. Мам, я хочу выбирать. Давай. Вот это тоже умеет крутиться. Ну да, то же самое. А вот этот умеет лицо. Да, этот туда-сюда. А он дольше крутится, да? Так, Дианусь, давай попробуем следующего. Диан, потише. Вот это тоже умеет. То же самое умеет называть. А давай, Диана, мы им устроим гонки. Забыла, как его зовут. А еще они будут бегать, если просто хлопать. Прям по нему, что ли? Диан, ты на него сейчас прыгнет. Диана! Так, а теперь мы наших паучков посадили в обруч, чтобы они у нас не сбежали. И хотим, чтобы они у нас танцевали. Нет, дрались. Дрались? Ладно, это будет наш ринг. Паучки, танцуем. Нет. Вот, драка. Нет. Драка. Драка, 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 драка. Не-не, Диана, давай они сами будут. Елис! Елис! А! Ой, Роза. А! Так, ну что, ребята, мы с вами тогда прощаемся. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и... Я вижу!